Есть разные виды веры. Мы вчера говорили с вами, что есть разные виды веры. Вера бывает квадратная, треугольная, звездочками, круглая, прямоугольная. Много-много разных видов веры бывает. Все во что-то верят. Верить означает быть убежденным в том, что если я так буду делать, я буду счастливым. Вера, можете даже синоним, как знание. У каждого свое знание мира и у каждого своя вера. Это одно и то же. И вот есть разные виды веры, знания. И они отличаются по форме, да? Смотрите сюда на доску, посмотрите. По форме они отличаются. И еще отличаются по размеру. Есть маленькие веры, а есть большие веры, большая убежденность. Понимаете? Они разные. Вот есть человек очень убежден, что просто если есть что, шоколад, будет хорошо. И есть преданный, который думает, у него маленькая вера, что если просто служить Кришне, будет хорошо. Вот если они вместе встретятся, кто победит? Потому что у него вера больше. У него вера больше. Он скажет, шоколад! Он говорит, да нет, Кришна. Я говорю, шоколад. Все, все, победил. Но если у преданного большая вера в Кришну, а у того маленькая в шоколад, преданный просто скажет, Кришна! Он говорит, хорошо, хорошо, Кришна. Понятно, да, что есть разные веры по размеру и по форме. Форма и размер веры у всех разные.